Такое было. Да. Дедушка строгий был. Да, а как то я четверо мальчиков и двое девочек. Яша рассказал, когда он закончил школу, и был вечер, отпускной вечер. Обычно все, когда школу кончают, уходят на ночь. Он пришел в 5 часов, что ли. В галстуке, мы тогда ходили, знаете, молодые. Он вот этот галстук, Яша вот так поднял. Дед, ты куда ушел, ты ничего не сказал. Вот так перевернул Яшу. Ой, как, о, дедушка был. Деда мы боялись. Мы, да. Все мы боялись. Мы все боялись. Он такой строгий был. Щук нет у нас. Я когда... Распустить детей нельзя. Дед Мороз, когда я любил с дедушкой быть, я кайфовал от него. Когда мы на Пасху приезжали, он читал, пил и пел. Да. Он пел много. Он читал и еще этим луком кидался. Шатаем, как даст, у нас война начиналась. Ой, сколько мы смеялись. Он работал с этим же, армянинами. Угу. Да. Они же... О-хо-хо. Да. Он не мог. Не, Но он приходил, постел, раздевался, все. Спать, да. Да, он такой был. Но на Пасху, уф, это надо было на дедушку смотреть. Да. Как он мог радоваться, где? Да. На праздник. Были люди. Да, он столько пел. Но этот лук мы все ждали. Шатаем, как он сделает. А как играл на инструмент? Вот это я не помню. Первый, видите, мы были, да? Первый Аршин Малала, он с друзьями. Да, играли, все. А вот на это играл он. Да. И дедушка тоже был битый. Да, Ходорахмар. Друзья у него какие были, о-хо-хо. Я скажу вам религию, как он держал. Каждый день молился. Альцин. Он показал ее дом. Гитлеровской войны. Да, действительно. Гитлеровской войны. Ему было 34 года или 35. Я не помню. Он кровь с молоком был. Такой. Здоровый. Да. Как Робик, наверное, да? Да. Робик здоровый был. Робик. Даже движение пальцев, Робик, да. Я хотел сказать. И правильно это было. Ничего, а что ты не заехал? А ничего, а что там? Ничего. В воскресенье заезжаем в Самарканд. Да, в час дня. Ты работаешь, что ли? Я на работе. Хай, дозик, на, мам. Соня Холашкина. А, кто хочет дозик? Окей, а, дозик, на лжи. Ну все, ты что, душа, лет? А что тебя не слышно? Нет, Борис. А, Мария. А, вот здесь держите, вот. Вот. Да что такое? Вилки давай. Давай вилки. Спасибо, спасибо. Таким юбилеем, вы молодец. Третий раз спел, вот проблема. Спасибо, спасибо. А что не приходишь? Благодарю. Я забыл тебя, а работа не Мария. Работа. Бедный дозочка. Сколько можно работать? Это кека, бугль-мугль, блин. Немножко кормить отдыхать надо. Тоже надо. Всех кормить. У него трое детей же кормить надо. Тройняшки, ну что, дети же, я. Вкусно, два раза. А, первый раз. Хорошим никогда не ели. Надо вам домой прийти, чтобы увидеть. Видишь, вот Додик приехал, смотри. Когда я ее последний раз видел? А, Светик? Да, вот он приехал наконец-то, вот. Ты кому показываешь? Ташкентский оптик. Ташкентский. На Хадре работал. А Урде какая Хадра? А Урда, блин, я вообще Урду не помню. А, Харда была чуть дальше, там, ближе. А
А «Динамо-магазин» тот же самый, я бы помню, хорошо. Он стоит, да. И я велосипеды впереди стоят, как стояли раньше. Я думаю, билдинг поменяли, я не помню. Чуть-чуть там что-то сделали, да. Но работал. Опять же, эта площадка стоит, где велосипеды стоят. То же самое, надо подниматься туда в магазин. Да, мы туда ходили, блин. То же самое. Да, продвинься. Мы там велосипеды покупали. Привези и выбросили, да. Света, давай хотя бы две самцушки. Она откуда идет, с работы? Она с работы идет? Грубо к ним. У меня то же самое дело. Вот у меня, да, меня на угол посадили. А где мы сидим? Я вот здесь сижу. Это же не что делать, да? А мне мне просто самочувствие. Слава богу, блин. Ну ты заплатишь, а я еще... Ты же подожди, к русскому напишет. К русскому подожди. Знаю, напишет, что хочешь. Да. А это не делаю. Здравия не запишу. У меня глаза больше. Это самое богатство. Вот это, вот это, видишь, вот это у нас Джимерик, еще высадили. А у меня там парни жена. Вот это у нас Джимерик, у меня вообще нравится. Вот это. Помню, кого была мама, ее папа убирает. А что она пошла? Белла, идемте, убирается. Глаза на жопу и так, и все. И я что, буду с жопой смотреть? Женщина хочет нравиться другим мужчинам. Потому что у меня папа сам гулял. Я папа сам гулял. Да. Вот и все. Я вам сказала, женщина, которая красится, она хочет нравиться другим мужчинам. Столько знаешь. Приходи. А после 10 класса он сказал, ты должна немножко краситься. Подвези свои глаза. Прими, да, сколько нам надо замуж выдавать тебя было уже? Нет, я уже закончил 10 класс, он не то что замуж. А он мне сказал, тебе надо жить так, как живешь ты в столице, что ты живешь в столице. Ты не живешь на периферии. Все говорили, что ташкентские все гулящие. Потому что вы в столице живете. На каждый роток не наденешь платок. Ну, про шахрезятских то же самое говорят. Андижанских еще хуже говорят. А, да, я никогда не слышала андижанских. Да. На шахрезятских? Шахрезятская не одна... И здесь, кстати, я сколько знаю... Мам, сейчас. Шварцев ни одна девочка, еще девочка замуж не вышла. Ни одна. Ну, что ты свечку держала, что ли? Ну, потому что я знаю. Я знаю очень много девочек, которые вышли не девочки. Говорят... На шоссе. Именно Шварц. Именно Шварц. Даже религиозный. Они бешеные. Шварцы. 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 Они не могут без этого. Мы знаем Шварцев. И еще. У нас есть свои Шварцы. Андижанские. Зачем такие вещи говоришь глупые? Выключи, выкинь все нахер. Я так записываю на историю жизни. Еще на YouTube поставишь? Они здесь пришли, как будто бы они... Бог. Мама тоже была. Мама была очень такая тоже. Папа мне что-то...